На этом текстильном комплексе налажен полный производственный цикл. Фабрика «Азала» выпускает домашний текстиль. Мощность завода почти 3000 тонн пряжи, 13 миллионов погонных метров ткани, 2 миллиона комплектов постельного белья и 7 миллионов махровых изделий в год. Все это мы завозим из-за границы, а теперь производим у себя. Будем помогать, чтобы расширять, еще больше создавать рабочих мест, новых мест, больше продукции. Глава государства уделил особое внимание работникам предприятия. Нурсултан Назарбаев расспросил швей об условиях работы. Следует отметить, что на сегодняшний день более 30% всего хлопка, выращенного в области, перерабатывается местными швейными фабриками. Одна из них – фабрика «Азала». Качество выпускаемой продукции оценили не только местные заказчики, но даже зарубежные. А потому руководство надеется, что в скором времени сумеет вернуть 6,5 миллиардов тенге, взятых в кредит. 90% на экспорт уходит. Продукция, которая выходит в данный момент, будет на внутренний рынок поставлена. Сейчас обговариваются условия контракта со странами Африки. Айжамал Аскарова на предприятии работает больше года. Педагог в прошлом, сейчас отлично разбирается с текстильной продукцией. Мне нравится моя работа. Зарплату получаем вовремя. В среднем порядка 40 тысяч выходит. Также я довольна условиями работы на предприятии. На сегодняшний день стоит задача стабильного обеспечения производства сырьем. Так, по итогам прошлого года на территории региона было посажено 99 тысяч гектаров белого золота. В текущем году этот показатель планируется увеличить до 110 тысяч гектаров. Всего на текущий момент в Южно-Казахстанской области в отрасли легкой промышленности 10 проектов общей стоимостью более 27 миллиардов тенге, на которых трудоустроено более 2000 местных специалистов.